Привет, с вами Андрей Тарасик. О, извиняюсь. Ахалот, вы на канале Андрей ТВ Шоу. С вами Андрей Тарасик. Это первый выпуск моего шоу, где я буду просто сидеть на камеру и говорить о всяких вещах. То есть, сегодня я буду говорить о таком канале Like TV Show. Наверняка те, кто меня смотрит, знают эту прекрасную девочку. Что именно... О чем мы будем говорить сегодня? Именно про нее. Какие у нее плюсы канала? Какие минусы? Чем он интересен? Ну и вообще... Чем он интересен? Ну да, вот и все. Ну давайте посмотрим сначала, чем он интересен. Этот канал ведет девочка. Ее зовут Алина, по-моему. Ну, ей, по-моему, 10 лет, если я не ошибаюсь. Она такая красивая, милая. У нее сестра есть. Я только пару видео посмотрел. Ну, мне довольно-таки, можно сказать, понравилось. Эта девочка еще учится в школе, как можно было понять. И, ну, она снимает. У нее было несколько фан-встреч. Она переносила фан... и переносила. И несколько фан-встреч состоялось. Но на одну фан-встречу не пришел никто. Так она взяла, пошла и расплакалась на камеру. Вот, конечно, не изменилось мнение, когда она вот это вот просто тупо расплакалась на камеру, как Марьяна Ро, как Фирамир, как Рома Желудь. Ну, это первый, это главный минус Like TV Show, то что она расплакалась на камеру, конечно. Если ты посмотришь мое видео, то я хочу тебе сказать, я ничего не имею против тебя, я даже не блокирую мой канал. Ну никто, пожалуйста, не блокируйте мой канал. Даже дизлайки, пожалуйста, не ставьте. Это лично мое мнение о канале Like TV Show. Ну, еще минус в том, что она, как... И многие писали, что делают такое, типа, последнее видео. Я не знаю, когда это последнее видео, когда видео, которое называлось последнее, но у нее еще кучу видео на канале вышло. Пишите в комментариях. Ее канал не удалили? Ее канал не удалили? Или не заблокировали? То я просто не в курсе. Еще одна тема, которую я хочу сегодня поделить, это то, что блокируют каналы детей. Сейчас, по-моему, заблокировали мистера Макса, Влад Крейзи Шоу. Вот не знаю, заблокировали ее. Но только я этого тебе не желаю, Алина. Я никому этого не желаю. И тоже не хочу, чтобы меня, мой канал удалили. Потому что мне... Я не такой уж сильно ребенок, который удаляет вот это маленьких детей. 5-10 лет. Я не знаю, там. Ну, мистеру Максу 5 лет или 6. Да, наверное, это уже больше. Но в канал удалили. Вот именно лично канал маленьких детей удаляет. Скажи Ютуб, почему? Зачем тебе это надо? Ну что ж, вот и все, что я хотел сказать. А, ну да, я же еще не поменял эту тему. А чем-то канал Like TV Show интересен. Она снимает различные такие классные влоги. У нее, как я видел, пела песня. Вот заинтересовался, хочу посмотреть ее видео, где она пела. Вот и все, что я хотел рассказать в этом первом выпуске. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал.
делитесь видео с друзьями. Кстати, подписывайтесь на мой второй канал, которым сейчас буквально несколько минут, через несколько минут выйдет видео. А так, не забывайте подписываться на этот канал. И еще хочу, чтобы вы подписались на один канал, который называется Surreal Gaze. Guys, не могу понять, как правильно читается. Я ссылочку оставлю в описании на этот канал. Ну что ж, всем пока.